Всем привет, дорогие мои зрители и подписчики моего канала! С вами снова я, и сегодня я продолжаю играть в Sims 3 времена года. Это серия номер 40. Отличненькие, мы дожили до номера 40, да? 40-я серия, это очень отлично. Ну да, это у меня первый летсплей, который длится... Длиннее, то есть не длиннее, а больше серий, чем в других летсплеев. В общем, в этой серии, то есть в прошлой серии, я точно не помню, что мы делали, но наконец-таки я помню серию, то есть номер серии. Ну что ж, давайте уже продолжим, я не хочу рассказывать вам, вы и так знаете, что было, да? Поэтому я не буду рассказывать вам. Так, Кевин у нас играет в кубики, с кубиками играет. А Джесси у нас спит, Трейси спит, Аманочка спит и Эстер у нас готовит что-то. Это нужно уже выбросить, что-то уже вообще. Сейчас уже в 4 часа ночи. Она готовит еду. О, Реми хочет у нас туалет. Не надо наблюдать за котовкой. Все, прекращай уже. Тебе не надоело смотреть? Ой, есть. Общаться с другим животным. Ну, это всегда мы общаемся. Так, Клэри у нас спит. Все, дальше не буду смотреть. Так, понятно, что они делают, чем заниматься. Так, Кевин у нас дальше играет. Я хочу, чтобы он уже поиграл с медвежонком этим. В шарка. С шарком. Да, уже ходунки нам уже не понадобятся, поэтому я его продаю. Вообще, зачем он нам уже? Нужно с этим лоскутиком или лоскутиком. Или лоскутиком поиграть уже. Ух, какой милый такой ходит. В своих ногах. О, боже. О, нет, Эстер, ты что у нас устроила-то? Блин, пожар устроила. Он молодец, а? Что делать? Кошмар просто. Не надо отвлекаться. Ты что, влюбилась, что ли? А ну, туши огонь, пока эти полицейские не прижали. Эти, как там, огнетушители. Ой! Ну ладно, все, в общем, туши огонь. Огнетушащие. Страх. Не надо... Ты же трусиха? А, ты же трусиха, да. Вы куда это сбегали-то? Там Реми куда-то исчез там. Никто не умер? Реми! А ну отсюда вон. У нас не получается, у нас мусорка тут вся в огне. Блин, они опоздали. Куда они вообще приходят? Все уже, мы уже все сделали. Туши, помоги нам. Мелани дикий какой-то и Мелани. Да туши ты, ты что смотришь-то? Ну да, мы все сделали. Сами нам дали 120 миллионов. Которые нам сейчас вообще не нужны. Вот, и все очень плохо. Все, у нас осталось такие вот. Ненавижу, когда остаются такие. Даже поменять это невозможно просто. Уйди отсюда. Ты нам не помог. Ненавижу. Так, поедим тогда мы просто здесь, например, карп какой-то. Есть рыбу в сырую, да. О, Кевин отмечает день рождения. Отлично, давайте съедим капусту сырую. Не знаю, как это вообще будет выглядеть. Сырую есть капусту. Давайте лучше мы будем есть мороженое. У нас же весна, 10 градусов. Все отлично, там мы будем есть мороженое. Так, Трейси у нас
Какой-то проблем. Нет, у нас в доме и так проблема тут. Джесси решил качаться там что-то. Иди лучше принимай душ, а потом вот здесь я хочу, чтобы ты улучшал самоочищение. А то он мне надоел этот туалет, что он каждый день все больше и больше там грязно все. Пойти на весенний фестиваль, да, нам это точно нужно сделать. Но я ничего не могу сделать. А, давайте мы это действие сделаем как раз в день, когда Кевин у нас вырастет. Кевин станет младенцем. Ой, то есть... Ну, в общем, Кевин всего... Ой, не надо спать, что я делаю? Кевин у нас будет подростком или что-то в этом роде. Кевин станет взрослым. Не станет взрослым, но... в общем, день рождения у него будет. Цвести могут не только цветы. Любовь струится в воздухе, когда в город приходит весенний праздник. Поторопитесь, ежегодная охота за яйцами уже началась. Загляните в будку для поцелуев или наберитесь смелости и организуйте все сами. Позажигайте на танцполе или отключитесь от окружающего мира в медленном танце с любимым человеком. Выбор за вами. Разве сможет кто-нибудь уйти домой в одиночестве с этой романтической вечеринки? Это точно известный спектр любви. Красивые слова. Просто замечательно. Текст. Нам сейчас нужно... Так, нам сейчас нужно заниматься чем-то. Например, не знаю... Нужно убраться в доме, не так ли? Уже весенний праздник, и это... В общем, я сама буду убирать. Блин, все так разбросано вообще. А сегодня обязательно... Нет, 2 дня, 1 час. Блин, тебе обязательно идти на работу? Ты хочешь есть, и ты хочешь туалет, и у тебя гигиена. У тебя блохи? Что же за ужас-то? Ты не пойдешь сегодня на работу? Дитя мое, я не хочу, чтобы ты сегодня пошла на работу в таком, как сказать, в такой ситуации. Там тебя Реми ругает или Амандочка тебя ругает, а, Реми? Ну, Реми такой грустный, общение у него плохое. Так, отпуск, нет, никакого отпуска, все, все отменяется, мне это надоело. Так, Джесси, ты не будешь улучшать самоочищение, все, меняется. Так, ты сейчас отправишься с Реми на прогулку в... Вот нельзя вот. Ну ладно, примерно поговоришь, почеши животик и... Так, куда ты пошел, Реми? Не надо пугать всех наших тут почтальонов. Почтальона пугает каждый день. Погладить и так далее. Так, Лили у нас голодные. Блин, царапать. Ой, зачем я убрала это действие? Ладно, иди есть из миски. Так, сейчас тебе принесу еду. Ой, да что же я тут говорю-то? Тебе с тобой нужно пообщаться. Может, ты с Клэри пообщаешься, а? Общаться. Общаться, общаться. Так, этот уйдет или нет? Он меня достал. Оу, отлично, я люблю, когда так. Да, я это сделаю. Управление заведения весенний праздник в Центральном парке, чтобы сделать несколько прививок. Ура! Не знаю, почему, но мне так хочется. Подожди, мы можем, что ли, не можем, что ли, поесть? Хотя мы отправимся сразу же в этот парк и там поедим, но мы, нам нужно гигиену исправить, но не знаю, что делать. У нас нет портативного душа? Нет. Ой, ну ладно. Так, Джесси, ты играешь, да? Вы где вообще играете? А, да, хорошо. Этот уйдет или нет? Он меня достал, да где бы там он ни был, а? Серьезно, уже достал. В плохом настроении ты можешь делать вообще за 4 часа прививки? Где прибывает? Вот она? Ой, слушайте. Эрин Кеннеди. Делать прививку. Давай, начинай уже.
Быстрее, потом. Поешь. Делай прививку. Мы могли бы это сфотографировать. Вроде бы мы уже фотографировали вот такую вот позу. Не знаю. Но я все-таки еще раз попробую. Ничего не случилось. У нее блохи, и это меня раздражает. Ой-ой-ой-ой. Сделать прививку. Сделать прививку. Сделать прививку. Блин, их так много. Опять ненавижу, как ты так много. Ну ладно. Опять идет. Да что ж ты ставишь? Иди, у нас времени мало. Я перематывать буду. Она почему-то стоит. Вот это еще. Перематываем, перематываем. Тут еще некоторые не пришли, да? Слава богу. О, здесь я нашла семена. Нам нужно это сделать. Да пошла тогда. Не можешь подождать, так иди вообще. Ой, блин, этой дамочке тоже нужно. И этой дамочке. И этой Сью Скотч. Еще один. Это что такое? В смысле, поесть морковь? Вау! Давайте возьмем морковь. Вау, класс. Ой, стойте. Нам сейчас это не надо. Джаред, что стало? Почему тебе нужна прививка? Давай делай побыстрее. О боже мой, как же утомительно это все делать. Ну ладно. О, отлично! Мы почти делали. Все. Идем. А, нет, не надо возвращаться домой. Хотя надо. Иди домой, возвращайся. Так, Джесси у нас хочет есть, и он что-то готовит тут у нас. А, это всего лишь... Да, понятно. Тогда все в порядке. Окей, хорошо. Так, Эстер. О, она тоже... О, боже мой, ты из нее сделала домашнее задание. Жаль. Жаль. Хорошо, ты тогда не отправишься домой, вот. Ты отправишься сразу же вот в этот парк, весенний праздник, и там мы проведем вместе время. А, что мы можем здесь сделать? Это куда вот? Может, мы что-нибудь купим? Нет, не надо. Мы можем танцевать. Смотрите. Мы можем вот поцеловать. А почему мы не можем? Иди сюда. А мы не можем сюда. Вот когда поцелуй парни, время работы 8:00.
А почему уже 8:00 и 21 тоже? До. Не могу, не понимаю, в общем, ладно. Ой, смотрите, что это такое. А, какой бурундук. Давайте поймаем его. Так, что мы можем еще тут найти? Будем искать сегодня многие вещи. Кстати, у нас в доме, я заметила, перед тем, как начать видео, я заметила один цветочек. Вот здесь, смотрите, маргаритка вот здесь выросла так. Кто-то из в доме должен поймать, ой, то есть сорвать его. Сегодня это мы сделаем. О, боже мой, быть поднятым. О, положить в кроватку. Нет, 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 ты не смей положить в кроватку. Ты должна сейчас дать Кевину, дать... Что мы можем? Кормить на полу нужно нам. Этот уйдет или нет? Где Джесси? А, он ест тут. Ладно, просто отпускай, пожалуйста. Сейчас Джесси все сам сделает. Ты решила в кроватку отвезти, да? Ну ладно. Ну, беги уже. Ой, ну да ладно, сразу зашла в кровать. Джесси, иди сюда, корми своего малыша, кормить на полу. Потом, нет, не ты будешь сорвать. А, Эстер там отправилась? Так, нам нужно найти... О, вот, смотрите, семечко я нашла. А нету, что ли, пасха... Нет, 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 пасхальные яйца что-то не то. Хорошо. О, последнее яйцо. Последнее. Я не успела. Очень жаль. Ну ладно. Завтра вернемся, обязательно мы найдем больше, чем одну. Так, сейчас мы пытаемся найти здесь еще что-то. Так, вот смотрите, например, здесь что-то у нас. О, морковь. Морковь. Морковка. Так, и нам нужно еще что-то найти. А, здесь пока что ничего нету, ничего не выросло. Смотрите, вот здесь есть семечко. Попробуем здесь что-то найти. Так, здесь ничего нету, можно фотографироваться здесь, но я не хочу. О, смотрите, цветочки тут выросли. Давайте всех их сорвем. Сорвем, то есть. Вот здесь еще есть семечко. Базилика, да? Базилика. О, он плохой какой-то. Но мы все равно возьмем, если можно, мы продадим пока что. Ой, смотрите, и вот это возьмем. И вот это. Смотрите, здесь так много-много семечек. Вот сюда можно отправить теперь нашего Кевина, когда он вырастет сегодня. В этой серии. Так, ах да, я забыла про торта, 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 торта. Так, сделаем сразу же, купим, то есть торт. Скоро я буду начать играть в Sims 4. Надеюсь, вам понравится. В общем, скоро, совсем скоро осталось. Просто у меня еще желания нету поиграть в Sims 4 пока что. У меня еще проблемы с Sims 4. Нужно все наладить с ним. А потом я буду снимать, в общем, Sims 4. Так, в общем, купим вот такой торт. Ладно, иди сюда и задувай свечи Кевину. Все, начинаем мы праздник наш. Ой, Кевин. А, вот, Трейси решила его поднять. Thank you.
Линда! И вот, наконец-таки, сейчас все у нас получится. Не надо читать животик. Но вот здесь вот. О, у нас дождь. Отлично. Мы можем уже сыграть вечеринки, но мы должны задуть свечи нашему милому Кевину. Этот не уйдет, наверное, да? Кевин, ты можешь сделать так, чтобы вот этот Мелани ушел? Нет, он не уйдет, конечно же. Так, стоп, стоп, вы что делаете без меня-то как, а? Я должна это сфотографировать обязательно. Вот фон этот не очень-то. Ну, если вот так сделаем, вот вообще будет ужасно. Поэтому лучше не будем трогать все, что было. Ой-ой-ой, я случайно это сделала. Ладно. О, Эстер прошла. Можем даже посадить Кусхарт. Нет! Оставьте в покое наши Трейси. У нас муж есть. Оставив позади ползунки и детские кроватки, Кевин наконец-то встает на ноги и становится ребенком. Кевин должен вскоре узнать, что такое школа, и если он будет прилежным учеником, его ждет светлое будущее. Вы прекрасно воспитываете детей, выберите черту характера, которую будет развивать Кевин. Окей. Он такой красивенький получился, такой лысенький. Ну ладно, он будет у нас чистюлей. Хочется мне так выбрать. Ох, Кевин. У него телефон какой-то другой вообще. О, вот так-то лучше. Кевин, он хочет есть. Как раз едите торт. Вы должны есть. Взять кусочек. Ты хочешь вынести мусор? Ну, конечно же. Ты же у нас чистюля. Этого выгнать мы тоже не можем, да? Эх. Он будет праздновать вместе с нами, этот Мелани. Или Мелани, не знаю, в общем. Ну, ребятки, я над этим заканчиваю, над этим прекрасным окончанием. Это будет окончание нашей серии. Что за... Что ты там делаешь? Боже мой! Боже мой! Вот так сделаем? Ну, ладно. Мне нужно закончить над этим. Надеюсь, вам эта серия понравилась. Ведь это было прекрасно. Наш Кевин у нас подрос. Стал ребеночком, таким ребенком. И если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, подписывайтесь, чтобы не упустить новые видео. Тем более, скоро выйдет Sims 4. И Кубка Боб, и Обскур 2. И даже, может быть, сам Обскур или Лара Крофт. Или Винкс Клуб. В общем, у меня много-много планов на летсплей, на мой канал. Ну ладно. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.